Незаконные паломничества на освобожденной территории Азербайджана продолжаются. Накануне на территориях Хаджавенского и Физулинского районов, освобожденных осенью 2020 года от армянской оккупации, были задержаны 6 жителей Акджибединского района. 9 февраля сотрудники органов внутренних дел провели превентивные профилактические мероприятия на территории Хаджавенского и Физулинского районов. В результате были выявлены и задержаны жители Акджибединского района Гафар Галандаров, Фирдуси Алиев, Эмин Мамедов, Сафар Алиев, Ильчин Алиев и Махир Мамедов, незаконно проникшие на освобожденные от оккупации территории вышеуказанных районов. Продолжаются расследования для дачи правовой оценки действиями этих лиц, говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана. Еще раз призываем граждан не посещать освобожденные от оккупации территории незаконным путем, рискуя жизнью и здоровьем, воздерживаться от таких поездок, отмечается в сообщении ведомства.